Привет, друзья! Сегодня хочу вам показать народный, недорогой, но качественно сделанный демисезонный костюм от фирмы Carpe Diem, который называется Soft Shell. Торговая марка Carpe Diem является отечественным производителем и все свои товары делает в Украине, что вдвойне приятно. И цена этого костюма всего-навсего 1500 гривен. Этот костюмчик сделан с трехслойной ткани Soft Shell, которая является грязепылеотталкивающая, ветронепродуваемая и 100% водонепроницаемая, что дает возможность использовать этот костюмчик в самых жестких условиях, там, где присутствует грязь, слякоть, влага, дождь, снег и тому подобное. Очень часто эти костюмы покупают охотники для лазания по болотам, и кто гоняет на квадриках, кто устраивает оффроуд по грязи. Эта ткань, ребятка, очень, она хоть и легкая, она же почти не имеет веса, но она очень прочная. И ее, если грязь где-то и попала на костюм, взял любую щетку и сразу это все смыл, обмыл, или зашел в воду и просто обмылся. То ли под душем, то ли я видел, как наши ребятка после гонок на квадрика, они просто друг друга с керхера там обмыли и все. Короче, костюм, ну блин, очень широкий спектр его применения. Не только как для нас, для рыбаков, рыбалочки. В рыбалочке это будет как дождевик и грязевик, ну вообще, наверное, номер один. Так. Значит, на костюме спереди, ребятки, два карманчика. С левой и с правой стороны. Молнии на карманах стоят водонепроницаемые. Что на одном, что на втором. И также центральная молния тоже идет водонепроницаемая. Рукава на костюме регулируются манжетами с липучками. Оп. Также здесь стягивается спереди капюшончик. И посмотрите, как интересно это реализовано. В середине костюма есть две веревочки, которыми мы раз, и костюмчик, и то есть капюшончик затянут. Вот мне, наверное, так будет без козырька. Здесь еще солнцезащитный козырек. Но мне как-то удобнее вот так. Оп, ребятки. Отрегулировано. Внутри курточка выполнена из микрофлиса. И, ребятки, обратите внимание, как качественно прошиты все швы здесь. Также присутствует внутренний карманчик. Так как этот костюмчик является слабодышащим, в области поясницы сделана сеточка для дополнительной вентиляции. Сзади курточки, внизу спины, стоят вентиляционные клапана в виде водонепроницаемых молний. То есть, если мы открыли, у нас идет вентиляция. Штаны сделаны из той же трехслойной ткани Soft Shell. Имеют два боковых карманчика. В области колен и с внутренней стороны штанины брюки усилены армированной тканью для большей износостойкости. И внутренняя часть штанов, как и в курточке, по всей длине выполнена из микрофлиса. Друзья, этот костюмчик можно использовать от самых низких плюсовых температур, регулируя комфорт нахождения в нем слоями термобелья. То есть... Фирма Carpe Diem делает не только костюмчики, но и прикольное, недорогое народное термобелье. Вот на мне сейчас первый слой, который стоит всего-навсего 450 гривен, ребятки. Я его уже покатал на себе, показывает себя на отлично. Цена, качество на высшем уровне. Значит, как мы правильно одеваемся? Ребятки, если на улице температура воздуха плюс 10 и больше, мы одеваем только первый слой термобелья, и вы будете чувствовать себя в нем вполне комфортно. А если температура воздуха от 0 до плюс 10, одеваем более теплый второй слой термобелья от фирмы Carpe Diem. И тогда вам холода, дождь, слякоть будут нипочем. Хоп. И еще одна особенность второго слоя термобелья, что здесь есть отверстие для пальцев, что является дополнительным согревом для ладошек.
Видите, как прикольно сделано? Второй слой теплого термобелья Carpe Diem стоит всего-навсего 500 гривен. Так что, ребятки, одеваемся правильно, и тогда рыбалка, охота, активный отдых при любых погодных условиях будут приносить всегда вам удовольствие. Ссылочки на фирму Carpe Diem на костюм, на термобелье будут под этим роликом. Ну, на этом, ребятки, я с вами и прощаюсь. Поехал я тестировать костюмчик в полевых условиях. Скоро выйдем на связь. Пока-пока.